В гуманитарной сфере наша область готова развивать вместе с Китаем уже имеющееся успешное сотрудничество в рамках реализации совместных образовательных программ на базе ВятГГУ. Подробности у Кирилла Сысолятина. Начало российско-китайскому сотрудничеству в регионах ПФО было положено в прошлом году, когда китайская делегация побывала в Казани. В мае этого года состоялся ответный визит. В рамках поездки приволжской делегации во главе с полпредом Михаилом Бабичем в Китай было заключено соглашение о формировании рабочей группы с российской и китайской стороны для подготовки дорожной карты торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами ПФО и провинциями КНР. Кировская область в сфере гуманитарного сотрудничества уже имеет успешный опыт реализации совместных с Китаем образовательных программ на базе Вятского государственного гуманитарного университета. Сотрудничество с китайскими вузами для нашего университета имеет историю. В 2007 году впервые мы подписали договор, и сразу же к нам тогда приехало на обучение порядка 40 студентов. Все они успешно закончили, получили диплом бакалавра. Это программа смешанная. Она предполагает участие двух сторон. Сейчас китайские студенты обучаются по схеме 1 плюс 3. Первый год высшего образования они заканчивают у себя на родине, а на оставшиеся 3 года до получения диплома бакалавра приезжают в Киров. Сегодня в университете обучаются граждане Китайской Народной Республики на всех курсах и даже в магистратуре. В основном гости с Востока получают филологическое образование. Я люблю русский язык, и я хочу изучать литературу. Более подробно. России. Ага. И я тоже, мне тоже нравится русский человек. Люди. Люди. Русские люди. Я думаю, что в Китае мало людей. Мало людей. Учиться русскому языку. Я получить диплом, я хочу стать переводчиком. После обучения большая часть студентов возвращается на родину, но некоторые продолжают обучение в Кирове. В ближайшем будущем ВятГГУ планирует разработку новых программ обучения китайских студентов по направлениям дизайн и физическая культура и расширение сотрудничества с китайскими вузами. В экономической сфере наш регион готов предложить китайским партнерам ряд совместных инвестпроектов, в частности, строительство целлюлозно-бумажного комбината и цементного завода. Кирилл Сысолятин, Денис Стружков, Вести, Кировская область.